Всем привет! Снимаю новый обзорчик для вас. Отеля Obla Experience Isle of Fushi. Замечательный остров, замечательный отель. И начинаем мы с вами съемку с самого начала, а именно туда, где прибывают кораблики. Вот так это выглядит. Сюда вас всех привозят. И вот, собственно говоря, вот здесь вот всех вот здесь вот высаживают. Ну и мы с вами, соответственно, отправляемся посмотреть, что из себя представляет этот замечательный остров, что у нас на нем есть, что дают. Ветер сильнейший, хоть я и с микрофоном, я думаю, что все равно вы ветер слышите, поэтому прошу прощения за звук. Но вот такая красота. Поехали. Собственно говоря, здесь вот такая коротенькая совсем дорожка до зоны ресепшн, которая перед вами сейчас. С левой стороны, сразу обращу ваше внимание, находится вилла на воде. Огромное количество, соответственно, их здесь. И мы с вами сразу перемещаемся в зону ресепшн. Вот, собственно говоря, такая приятненькая зона ресепшн. Здесь вас быстро регистрируют и заселяют. Кстати, хотел очень полезную вещь сказать. Где тут? У меня солнце лучше видно. Кстати, хотел полезную вещь очень сказать. Смотрите, когда вы прибываете в аэропорт Мале и находите стойку с регистрации в отель Obla Experience, то ребята работают здесь очень четко. Они вас быстренько посадили в какой-нибудь ресторанчик, который находится, кафешка, забегаловка на территории Мале, и, соответственно, вас там уже регистрируют. Поэтому, когда вы сюда приходите, вы не ждете, да, у вас вся регистрация прошла онлайн уже в аэропорту, и вам здесь просто выдают ключи по вашему паспорту. Происходит все молниеносно. Из зоны ресепшн перемещаемся вот в такую вот зону лобби. Здесь тоже дует такой хороший ветерочек. По правой стороне у нас уже начинается основной пляж. Сейчас мы с вами до него дойдем. И вот она, эта зона лобби, где вы можете посидеть и расслабиться. Соответственно, в зоне лобби или из зоны лобби мы с вами попадаем в зону бара. И вечером здесь происходит такая движуха, дискотека, ну, как бы до 12 часов ночи. Есть попкорн, который вы можете здесь совершенно бесплатно набирать, сколько хотите, и посолить или масала добавить сюда. Почему масала? Потому что здесь очень много индийцев приезжает. Ну, вот такая вот вечерняя зона, дневная вечерняя. Вот бар с ребятами работает с 10 утра до 12 часов ночи. Красота. Так, ну мы с вами долго здесь находиться не будем. Мы пойдем сразу в зону бассейна. Здесь есть шикарный бассейн. Абсолютно. Глубина начинается у него с 1,2 метра. Такие вот лежаки стоят в воде. И вот так вот этот бассейн выглядит. На пляже он здесь один. Точнее, на острове бассейн здесь один. Есть, соответственно, зона, где можно почилить на таких лежаках типа кровати. Ну или вот на, соответственно, лежаках. Лежаки сейчас вот опущены, зонтики, потому что дует очень сильный ветер. Раскрывают их уже индивидуально все сами. Перемещаемся с вами сразу же в зону основного пляжа. Почему зона основного пляжа? Потому что действительно здесь есть отдельный пляж, на который люди приходят, потому что не со всех сторон красивый заход или удобный заход. Сейчас мы вот здесь вот сбоку с вами встанем. Опять ветер сильнейший дует, ребят, извините. Да, но вот так вот мы с вами заснимем.
Вот так выглядит основной пляж. Есть батут в воде и есть горка. Что-то при нас горка не работает. Не знаю почему, мы ни разу с ней не скатились. Но мы особо сюда и не ходим. Мы купаемся возле нашего номера, потому что у нас все прекрасно. Так что поехали дальше. Сразу на пляже находится территория водных видов спорта. Сколько что стоит по водным видам спорта, я не уточнял, но вот могу вам снять, сколько стоит экскурсия. На остров Черепах с персоны $120. На, соответственно, плавание с дельфинами, точнее, посмотреть на дельфинов, $150 с человека. Можно встретить манту. Morning afternoon snorkeling. Снорклинг с рыбками, соответственно, $70 с человека. Посетить Мале как экскурсии $75. Съездить на какой-нибудь локальный остров $65. Рыбалка каждое воскресенье, вторник, четверг, суббота $60. И снорклинг с акулами $200. Вот такие вот ценники, ребят. Ну и буквально переместившись, соответственно, от этого места вот сюда вот левее, мы с вами видим уже на камере здание. Это здание ресторана. Он же основной ресторан. Где проходят все обеды, завтраки и ужины. Пока сюда перемещаетесь с основного пляжа, вот тут через остров проходит вот такая прекрасная протока. Очень красивая. И по территории ездят вот такие вот электрические машинки. Они курсируют постоянно, у них есть точки остановки, останавливаются, могут рядом с вами остановиться и довести вас до нужного места. Соответственно, ну вот такая красивая протока, вы можете по ней тоже плавать. Сюда вот заплывают люди и плавают, соответственно, смотрят, что тут есть, рыбки, не рыбки. Вот, ну и перемещаемся с вами, раз уж мы дошли до территории еды, ресторан Element X, да, то мы с вами можем, соответственно, здесь покушать. И давайте, раз уж мы сюда переместились, вам встрою сюда видео, покажу, что здесь по еде и кратко расскажу. Мы с вами на завтраке. Так выглядит внутреннее убранство ресторана. И завтрак наш с вами начинается с интернациональной кухни. Это вот эта стойка. И начинается все вот с этой синей крышечки, а это жареная ветчина. Каждый день, в принципе, набор один и тот же, поэтому вы это будете видеть постоянно. Вареные яйца, набор майонеза, кетчупа, кому необходимо, жареные куриные сосиски, готовый омлет и какие-то сладости, круассаны. Кстати, совсем неплохие, вполне себе сносно. Дальше мы с вами перемещаемся и здесь видим часть тайской кухни. Да, здесь действительно представлена отдельно азиатская кухня. Это удивительные блинчики по сладким сиропам и внутри с луком. Это жареные кукуруза, какие-то овощи постоянно есть. Ну куда же тайцы без своих макарон или спагетти? Рис с овощами. Мы же любим с вами с утра плотно покушать. Вот это удивительная история, я не пробовал, но это яйца вареные в чем-то, в тайском каком-то соусе. Это говяжьи сосиски уже представлены. И такие мини-кусочки пиццы с овощами. И всегда есть какой-то суп по утрам. Поэтому кому необходимо подкрепиться после ночи, пожалуйста, можно полноценно поесть. Вот здесь постоянно стоит девочка, которая печет либо вафли венские, либо блинчики. У парня можно заказать яичницу, либо омлет, чтобы при тебе приготовили. Хлеб, тосты
И здесь представлена также мальдивская кухня. Сюда мы с вами сейчас не пойдем, потому что особо показывать там нечего. И здесь интернациональная кухня у нас с вами продолжается. Да. Грибы, пожалуйста, можно себе сделать. Постоянно какое-то наполнение дополнительное есть. Это в оливковом соусе, масле жареные помидоры, дополнительно картофель и обязательно бобы. Бобы в томатном соусе. Каждый день есть. Это каша овсяная. Вот так вот ребята готовят, мне кажется, достойно. И мы с вами переместились в зону свежих продуктов. Вы видите оливки, огурчики, помидорчики, салат и заправки. Это возможность приготовить себе салат. Всегда есть парочку сыров на выбор, какие-то виды фиников, ветчина, либо колбаса, не разбираюсь, я не пробовал. И какие-то заправки. Мюсли, прекрасные мюсли, немножко сладковатые, но в принципе очень вкусные. Дополнительные салатные заправки. И в другой части у нас с вами находится зона с фруктами, где вы можете взять фрукты как поштучно, так уже и нарезанные. Здесь у нас сейчас с вами лежит папайя, дыня, ананас, арбуз. Кстати, ананас великолепный, арбуз дочке прилюбился и ел его с удовольствием. Периодически вкусный, ну, иногда нет. Сливы, яблоки, все есть. Ну и мы с вами перемещаемся уже в обед. Также у нас все начинается с вами с зоны интернациональной кухни. Идем с вами смотреть. Итак, всегда у нас есть какой-то суп разный. Может быть, крем-суп, молочный суп. В общем, по-разному. Какие-то виды картошки. Картошка относительно себе вкусная. По вкусу моему вся одинаковая. Курочка в разных видах, могут быть ножки, могут быть крылышки и так далее. Обязательно есть какие-то овощи, брокколи с чем-то. Дополнительные заправки вы можете увидеть. Тунец, тунца много, в разном виде тунца готовят всегда и везде. Спагетти, либо макароны, всегда есть выбор. Можно по-разному сделать и болоньезе, и с другими соусами. Оливковые заправки, сыр нарезанный. Вот так периодически бывают какие-то мини-бургеры, назовем их так. Они есть овощные, бывают мясные, бывают с курицей, бывают с говядиной. Несколько раз за наш небольшой отпуск они были. Но, конечно, обязательно картошка фри. Куда же без нее, иначе будет кушать нечего. Периодически бывает так, что готовят типа что-то шаурмы. По вкусу относительно соуса какого-то особенного не хватает. Ну и здесь, соответственно, вот уже готовые спагетти с заправкой. Ну, макароны, простите. И просто макароны с овощами. И также дополнительная картошка фри. Что же у нас с вами в зоне тайской кухни? А здесь у нас с вами суп. С возможностью наполнить его разными ингредиентами. Прекрасные, кстати, мидии готовят замечательно, всегда в разном соусе, и это круто. Сладкий чили соус, какие-то закрученные овощные рулетики, жареные в кляре. С другой стороны у нас также в кляре овощи, здесь может быть просто лук в кляре, например, да, либо брокколи в кляре. Свежие овощи, опять же, немного тушено-жареные. Можете вспомнить, как и на завтраке были, немного похожие, типа овощи и другое. Ну и также рис и макароны, стандартное, ничего не отличается, всегда есть. Это овощи в соусе карри. Вот они, макароны, спагетти. Это вообще рис, прошу прощения, рис с овощами, и вот спагетти. И можете сразу себе добавить соевого соуса. Но здесь мы с вами можем еще посмотреть и на мальдивскую кухню. На мальдивской кухне у нас с вами, опять же, в кляре находятся овощи, либо курица в кляре, может быть, я сейчас не помню, озвучиваю вам отдельно. В салатком соусе были крабы, и не раз, просто рис, кому необходим рис без добавок, можете сами его уже полить себе чем надо. Да, и вот здесь непереводимые названия, но что-то с точки зрения мальдивской кухни, да, ланкийской кухни, это масала разного вида.
даже озвучивать вам не буду, потому что не могу это перевести. И вот замечательные что-то типа чипсы, какие-то лепешки, они великолепны. Хлеб. Какой же безумно вкусный хлеб они пекут. Он свежий, вкусный. Булочки просто объедение, можно съесть тонну. Это всегда здорово. Пожалуйста, наполнение масла можете взять. Отдельно соль, перец также лежит, который вы берете и уже еду свою досаливаете. Перчите по вкусу. Вот так выглядит у нас с вами общий обзор. Это зона обеденная, где мы достаточно часто сидели и выбрали стол. И вот так вот классно можно выйти и сидеть либо со стола, посозерцать, либо выйти, подышать воздухом и посмотреть на вот этот небольшой залив. Это, кстати, не искусственный залив, это пролив на острове, который идет сквозь весь остров. Возвращаемся к нашей территории. И здесь хотел вам отдельно показать, что стоит вот такой холодильник. Здесь самообслуживание, и вы берете себе пиво, спрайт, колу, швепс, фанту самостоятельно. Либо берете бокалы и наливаете себе розовое вино, красное вино, белое вино из этой бочки. В любое время. В завтрак, в обед, в ужин. Все остальное время вы можете взять это на баре. Что же нам дают в зоне свежих продуктов? Также стандартно у нас с вами есть зона фруктов. Сегодня у нас была маракуйя и арбуз в таком виде. Какие-то лепешки, виды салатов. Мы особо их не брали, потому что, ну, что там смотреть. Ну, кстати, греческий салат был неплохой относительно. И, конечно, свежие листья салатов с возможностью наполнить их лимончиком, огурчиком, перчиком. Напротив уже формируется зона сладостей. И здесь вы можете себе на обед уже взять что-то сладкое, типа вот этого пудинга, какие-то местные шарики, всевозможные виды типа тортиков из шоколада. Сладкие, опять же, какие-то вареные шарики. Мы особо сладкое не едим, поэтому снимаю вам просто обзор, чтобы вы понимали, как это выглядит. Ну вот, собственно говоря, такой обед. Добро пожаловать в ужин. Вот так выглядит вечерняя атмосфера. Извините, немножко шумит, света не хватает, но начинаем мы опять с вами с интернациональной кухни. Итак, что же у нас сегодня? Опять же, какой-то вариант супа. Жареная картошка с овощами. Здесь у нас с вами бобы. Извините, немножко много людей, поэтому буду перемещаться для того, чтобы вам заснять все максимально комфортно. Опять же, в тайской и азиатской кухне у нас есть суп. Жареная рыба с овощами. Вот в таком виде. Кстати, рыба очень вкусная. Сладкий чили-соус стоит. И какой-то один из вариантов курицы. Итак, идем дальше. Здесь у нас с вами фасоль с курицей. Почти что закончились макароны. Пришел немножко позднее, чем обычно. И рис. Жареная кукуруза, тушеная в чили-соусе. И какие-то варианты поджаренных овощей в кляре. Итак, попробуем вернуться с вами назад, для того, чтобы заснять, что еще не успели. Бобы с говяжьим фаршем, картофель. Здесь нам с вами представляют, опять же, картофель в стиле картофель по-деревенски, спагетти с овощами и спагетти с каким-то соусом. Здесь, опять же, готовят шаурму. Извините, немного быстро камеру перемещал здесь, но нужно успеть вам снять все,
что дают. Это возможные соусы, соусы барбекю, горчичный соус и так далее. Вот сегодня отрезают нам кусочек с вами курицы и кладут в тарелочку. Курица в гриль. Здесь у нас с вами булочки. Опять же, вкуснейшие. И перемещаемся в зону свежих продуктов. Здесь у нас с вами сразу сладости всевозможные. Я думаю, что комментировать их вам не надо. Сами можете увидеть, что это различные варианты шоколада в большинстве своем. Ну и какой-то околофруктовый торт. Как, в принципе, похоже и в обед. Здесь у нас с вами салат-бар. Свежий салат, маслины, капустка. Морковка, помидоры, огурцы, все стандартно, сыр, несколько видов салата, ветчина, заправки салатные и пару фруктов на выбор. Вот такой вот набор вечерний. Приятного аппетита всем! От ресторана с едой прям вот так вот, смотрите, мы камеру разворачиваем и приходим на пляж. Здесь виллы начинаются с номера 442, но идут обратным отчетом до, там, по-моему, 420-й виллы. И мы тоже живем вот на этом пляже. Это волнорез, который они тут делают, песок насыпают, поэтому не обращайте на него внимания. Песочек здесь, ну, такой насыпной, достаточно много коралл, есть места получше, есть места похуже. Мы живем в 425-й вилле. И эта 425-я вилла совершенно прекрасная. Нам очень нравится. И выход, и заход. Вообще все великолепно. В общем, вот такая вот линия пляжа. Я специально, ребят, иду по пляжу для того, чтобы вам показать всю эту красоту и как это выглядит на самом деле. А не по внутренней дороге перемещаюсь. Потому что там снимать, ну, помимо того, что вы идете между пальм, собственно говоря, нечего. Ну, давайте мы сделаем так. Мы вот с вами идем здесь по пляжу. Я специально остров для вас обойду именно по пляжу и расскажу вам все, что здесь есть. И раз мы с вами идем к 425-й вилле, то вот он у нас с вами здесь заход. Мы его запомнили. У нас вот здесь спасательный круг. И когда мы с вами заходим, посмотрите просто, через какую красоту мы с вами идем. Вот мы переместились, и здесь у нас с вами вот такая вот шикарная зона. Здесь мы с дочкой играем в песочек, здесь стоит у нас два лежака, вот она наша вилла, припаркован велосипед. В общем, говорю тихо, потому что у меня девчонки сейчас спят. Собственно говоря, вот он, софа, на которой вы вечером можете посидеть. Здесь дует прекрасный ветер, и вас обдувает, и от этого больше кайфа. Минусы, когда идет дождь, он очень косой, и все здесь заливает. Поэтому мы вещи свои, типа велосипед, там полотенце, на ночь убираем 100% в номер. Ну что, пойдемте в номер зайдем. Смотрим обзорчик номера, начиная со входа. Вот, собственно говоря, как мы с вами заходили. Вход. Здесь у нас при входе два зонтика еще стоят, если дождик пошел. Здесь у нас есть софа. Вот такая, простите за небольшой беспорядок. Стул, двуспальная кровать. Нам поставили для дочки, для нашей, вот такую маленькую кроватку. Но она в ней не спит. В ней спит, собственно говоря, ее кот. Да, но в целом по дизайну очень даже симпатичный номер. Какая-то картина висит с национальными узорами. Да, но вот тут такая... Вот счастье такое кроется в деталях, в мелочах, да, вот эта вот атмосфера, которую они здесь пытаются передать. Да, номерочек небольшой, я не знаю, сколько он квадратных метров, но честно хочу сказать, что, конечно, хотелось бы побольше. Но вот побольше семейные номера, а он нам как бы нафиг не нужен, и там я вам покажу пляжи так себе. Вот, так что вот такой вот номер. Телевизор есть, много каналов, есть даже русские. Вот. Вот так вот это все выглядит. Здесь шкафчик, соответственно, куда вы можете положить. Есть сейф. Место, куда положить свой чемодан, распаковать вещи. Здесь бар пополняемый.
Ну, как-то его странно пополняет. Мы сами себе берем, потому что здесь в отеле, в принципе, ты сам себе все берешь. Кока-колу, спрайт, фанта, швепс, содовая вода, пиво, пожалуйста, все берите, пополняйте, берите сколько хотите. Здесь у нас вешалки, есть даже спас-жилеты, два штука. Ну и попадаем с вами вот в эту вот зону, прекрасную зону. Ну, она такая небольшая, да, но очень в целом милая. Это зона ванной комнаты и туалета. Соответственно, у нас здесь с вами тропический душ. Вот он находится по левую сторону. Место для, вообще для полотенец. Мы используем, как сушить одежду. Вот, после купания и так далее. У нас здесь с вами шкаф. Ой, господи, зеркало. И с другой стороны равнозначно то же самое. Вот, соответственно, здесь у нас мойка. Пожалуйста. Один взрослый, второй взрослый, с ребенком, как удобнее. И вот здесь вот за уголочком такой стандартный туалет. Ничего особенного. Вот, ребятки, так что вот такой вот миленький, соответственно, душ с цветами, с зеленью, под открытым небом частично. Вот здесь, конечно, душно очень сильно. Так что вот такой вот у нас с вами прекрасный номер. Ну а мы с вами двигаемся дальше. Надеюсь, информация для вас была полезна. И так как мы с вами еще не дошли до конца видео, а мы с вами находимся на ютубчике, а стараюсь я специально для вас, то нужно не забыть поставить где-то здесь или вот тут лайк. И желательно, чтобы не потерять видео, подписаться на канал. Смотрите, будут и другие выпуски. А мы с вами продолжаем. Ну и выйдя из номера, конечно, мы куда перемещаемся с вами? Мы перемещаемся с вами в зону океана Индийского. Потрясающей красоты, Индийский океан, прекрасный песок. Вот так вот это выглядит. Здесь мы купаемся вообще просто без остановок. И, собственно говоря, да, то есть вот эти вот виллы, которые... в которой вы можете заселиться в количестве, насколько я понимаю, 2 плюс 1. То есть 2 взрослых и 1 ребенок. Если вам нужен другой формат, то это либо надо смотреть виллы на воде, насколько я знаю, они есть побольше, либо же уже семейные номера. Сейчас мы с вами до них дойдем, я вам покажу. Снимаю я вам сейчас это все. Снимаю я вам сейчас это все в 2 часа дня. Жара, никого нет, поэтому я иду в футболке, чтобы не обгореть. Хотя здесь мы уже там сколько-то дней, 6 или 7. Вот. Так что, ребятки, остров нереально кайфовый на самом деле. Именно по морю, по заходу, по купанию, по вот, теплоте воды, по течению внутренним. Все вообще на самом деле очень круто. Ну что, идем дальше. Снимаю для вас обзорчики, чтобы вы видели, что здесь у нас с вами происходит. Сейчас попробуем. Я сам, честно говоря, здесь ни разу не ходил. Попробуем с вами сейчас обойти вот как-то тут. И посмотреть, можем ли мы здесь куда-то попасть. Ну да, можем. Смотрите, мы с вами поднялись по косе с пляжа. Вот он, пляж вот так выглядит. Смотрите, здесь дорога, мы сейчас с вами до нее дойдем. Значит, параллельно вам покажу сейчас о том, как мы сходили вот в это место. Это подводный ресторан. Отмечали там день рождения моей любимой жены. А вот это вот, это спортзал. Тоже сейчас вам его покажу. Это соседний остров, пятизвездочный Хеленгили, либо Лабигили, по-моему, он называется. Мы хотели туда, но с ребенком туда нельзя. Он, соответственно, 18+. Поэтому нам он недоступен. И Private Island считается. Да, и туда, соответственно, могут попасть только гости этого отеля. Поэтому гулять мы туда ходить не можем. Поэтому вся наша экскурсия может закончиться вот до, по сути дела, спортзала. Шикарного спортзала. Ну ладно, пойдем с вами дальше, посмотрим. Пока мы идем в сторону ресторана и в сторону
Блин, прикольно здесь походить, погулять-то. Вот мы с вами пришли на вторую зону. Вторая зона, и это, смотрите, вот он для вас шикарный обзор. Это двухэтажные номера. Здесь у них есть собственный заход. Вот здесь вот видно, что камни. Давайте пониже спустимся. Опа. И видите, мы с вами, в принципе, идем по насыпи из коралл. Вот. Здесь, видите, немножко некрасиво. Еще, ну, то есть сделано от волн. Эти мешки здесь постоянно их смывает. Что-то нужно им здесь придумать. Но мы на это смотреть не будем, потому что здесь получается, вот она территория двухэтажная. Здесь, видите, камни. Не очень хороший заход. Вон там вот с краешку есть песочек. И там люди все заходят плавать. У каждого есть, соответственно, свой лежак. Прикольный, кстати, потому что тканевые защищают лучше. Точнее, не тканевые. Неправильно сказал. Ну, в общем, закрытые хотя бы как-то, потому что тканевые не лучшая защита. На самом деле, самая лучшая защита — это пальмовые ветви. Ну, вот так вот это выглядит зона. Так что пойдемте, мы с вами мимо нее пройдем. Видите, люди с малышами тут отдыхают. Вот они, семейные номера. И вот я вам про что и говорил. Вот здесь вот такой хороший заход с хорошим песочком. Беленький, чистенький, мягенький песочек. Прекрасно. Так. Движемся мы с вами, идем вот сюда. Выходим. Пойдем через кусты. Видите, здесь тоже это все номера. Мы сейчас с вами ту сторону пляжа тоже посмотрим. И вот начинается у нас с вами дорога в сторону подводного ресторана. Hello. Подводного ресторана и спортзала. Ну что, давайте переместимся в подводный ресторан и потом в спортзал.